Всем привет! 27 марта, утренняя прогулочка. В Москве опять зима, ветер, снег. Смотрите, какая красота. Ну, сейчас снег поменьше, конечно, а вот я когда собирался гулять, прям буран настоящий, вьюга, что вы. Ну, ничего, нас ничто не остановит. Гуляем. Завтра, кстати, иду на работу. А, возможно, потом поеду еще и в командировку на пару недель. Но ничего, буду и оттуда показывать вам ролики, как я питаюсь. Там сложно будет питаться. Там воинская часть, в общем-то, но придется брать в контейнеры. Ну, все вам это покажу. То есть, я хочу сказать, что в любой ситуации мы можем поддерживать свое правильное питание, подробное, по времени. Так что все будет в моих роликах. Напоминаю, кто смотрит этот ролик в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе, заходите в Телеграм-канал. Ссылочку обязательно я оставлю либо в описании к видео, либо в профиле моем можете посмотреть. Там у нас группа больше сотни человек. Все мы худеем, все мы заданы общей целью. Всегда поддержим, всегда поможем. И советом, и добрым словом. Поэтому давайте продолжать худеть, преображаться. Давайте менять свой образ жизни. Я с вами. Всем пока.